Здравствуйте! Рада приветствовать вас на первом интерактивном канале красоты Бутик ТВ. Меня зовут Инна, и сегодня я вам расскажу про загадочные опалы, сияющие неземным светом далеких звезд. Драгоценные виды опала могут быть самого разного цвета, в том числе черный, белый, синий, фиолетовый, светлый и темный, зеленый, красный и даже желтый. Блеск камня тоже бывает разным, например, стеклянным или восковым. Зачастую опалы встречаются в виде натеков или плотных масс, которые напоминают стекло. Порой камень встречается в виде сталактита. Однако неизменным остается тот эффект, что большие залежи опала находятся в вулканических областях, то есть там, где раньше действовал или по сей день действует вулкан. Камень-опал по древним поверьям способен поддерживать таланты своего владельца. Также считается, что опал помогает при болезнях сердца и защищает от инфекционных заболеваний. В любом случае, опал издревле считали ценным. И далеко не из-за его красоты, а из-за его свойств, которыми он обладает. Например, в Древнем Риме опал считали символом в любви. Что касается распределения опалов по знакам зодиака, Льву, Стрельцу и Овну, как и ожидалось, рекомендуются огненные опалы. Впрочем, как и эмоциональным представителям знака Скорпион. Голубые опалы подойдут рыбам. В опале соединилось все великолепие природы. Это обжигающий огонь и сверкающие молнии, мерцание далеких звезд и семь цветов радуги. Цветовая игра опалов не знает никаких границ. Каждый камень сияет по-своему, нет ни одного, который был бы похож на другой. Любопытно, что происхождение фантастического мерцания опалов очень долгое время не находило полноценного научного объяснения. Ученые не могли понять, как образовались разноцветные отблески, которые придают камню то удивительное мерцание, которое так восхищает. И только 50 лет назад было установлено, что сказочную цветовую игру создают маленькие шарики кремнезема в опаловой породе. Плотно размещенные шарики раскладывают проходящие сквозь камень лучи света на все цвета радуги, создавая таким образом великолепное мерцание. Такие тонкости открылись лишь после изобретения электронного микроскопа. Литотерапия приписывает опалам профилактическое действие при угрозе болезней сердца, желудка, инфекционных заболеваний. Считается, что этот камень способствует улучшению зрения и лечит глаза. Огненные опалы используют при болезнях крови и кровеносной системы. Также считается, что они успокаивают в период депрессии. Встречайте восхитительные опалы, изумительный радужный блеск которых радует не только глаз, но и душу. И с вами была ваша ведущая Инна. Встречайте опалы на телеканале Бутик ТВ.